Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами таким сайтом. Зашла я в него вчера. Это бесплатный трафик для вашего сайта. Уже через 5 минут вы можете увеличить посещаемость своего сайта. То есть можно здесь абсолютно без вложений рекламить свои проекты. Значит, смотрите, для регистрации просто введите ваш email и любой пароль. Вводим email, пароль, разгадываем капчу, нажимаем регистрация. Так как я уже зарегистрирована, я введу капчу и подтвердить. Нажимаю вход. У меня на балансе 23. Это означает 23 просмотра. Значит, вот это вкладочка «Просмотр сайтов». Я вам покажу сейчас. Здесь вкладочка «Мои сайты». Значит, я просмотрела, обратите внимание, 23 сайта. Значит, я могу загрузить, дать рекламку на 23 просмотра. Да, давайте покажу. Вот здесь ниже посмотреть сайт. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. И вот такая капча здесь. Укажите количество кругов красного цвета. 1, 2, 3, 4. Выбираем цифру 4. Загрузка. И, пожалуйста, кто-то вот рекламит сайт. Всего 5 секунд. Вот. Нужно оставаться на... Ну, можно перейти на другой сайт, как бы посмотреть. Но 5 секунд мы должны здесь быть. Потому что если мы вернемся на сайт, то как бы нам не засчитается. Посмотреть. Вот 24 стало. Посмотреть второй сайт. Можно смотреть так сколько угодно, пока не закончится этот сайт. Ну, просмотры. И вот таким вот образом мы просматриваем. Вот у меня на балансе 25 сайтов. Я могу загрузить любую рекламку. Мои сайты. Я вчера вот уже две рекламки загрузила. Здесь просмотры. Я могу их удалить, а могу оставить. И могу здесь поставить галочку, что эта галочка нам дает автоматически распределять баланс по ссылкам. Я уберу. При накоплении более 10 просмотров на балансе в течение нескольких минут они будут автоматически распределяться по ссылкам. То есть, если я поставлю сюда галочку, вот этот баланс, он будет распределяться, как бы. И как бы моя рекламка пойдет. Как добавить сюда сайт? Вот здесь вкладочка «Добавить сайт». И сюда, вот в эту графу, вводим ссылочку. Я прорекламлю вот этот проект свой, закину. Так, трафик. Вводим сюда ссылочку. И обратите внимание, не принимаем сайты 18+, содержащие вирусы, нарушающие законодательство Российской Федерации. Здесь «Добавить». Я добавила. Сюда вписываем количество сайтов. Ну, я закину тоже 10. 10 просмотров. Нажимаю «Сохранить». Когда у меня вот здесь все просмотрится, у меня баланс будет, как и здесь, по нулям. И мой баланс стал 15 просмотров. Вот 15. Далее вкладочки «Мои рефералы». Опять же такие... Здесь реферальная ссылочка, она не сразу появляется. Нужно просмотреть более 5 рекламок. Вот таких вот, как я просматривала. Я просмотрела 6 рекламок, и у меня появилась реферальная ссылочка. Более 5 сайтов нужно просмотреть по 5 секунд. Тогда только появится реф-ссылочка. Вот здесь она. И здесь партнерская программа на 5 уровней. Это все прочтете. Далее правила. Обязательно читайте правила, друзья. Я зачитывать не буду. Здесь все и так все понятно.
контакты, ну вот здесь email поддержки, ну я думаю, что навряд ли, что вам кто-то что-то ответит. Вот такой вот нехитрый сайт. Хотите? Пожалуйста, работайте. Ну, не хотите, друзья, пройдите мимо. Я лишь с вами поделилась вот таким вот сайтом. Меня он зацепил. Просмотры идут. Вот всего пользователей 2393 человека. Сайтов для просмотра. И просмотров за 24 часа. Ну, в общем, кто-то работает. Вот, дают рекламку. Ну и, естественно, возможно, что кто-то зарегистрируется по вашей реферальной ссылочке. Здесь даже нет вкладочки «Не пополнить», чтобы оплачивать что-то. Ничего такого подобного нет. Всем удачи. Пользуйтесь, кому интересно. Интересно, не пользуйтесь. До новых встреч.